Верите ли вы в астрологию? В астрологию, ну, немножко верю, потому что где-то что-то бывает и совпадает. Да. А, так, если что-то плохое, тогда не верите? Нет, ну, допустим, вот как характеристики знаков, да. Mm-hmm. Все-таки здесь просматриваются, если знаешь окружающих, то где-то совпадает очень часто. Ну, астрология, знаете, другой раз вот просто идет бегущая строка. Ну, смотришь, ну, вроде настраиваешься на хорошее, иногда там плохое, может быть, что-то и подсказывает это. Ну, серьезно нет, серьезно не верю. Нет, это не наука. Верите ли вы в астрологию? Частично. Что-то есть, ну, когда читаешь гороскоп, ну, например, знаки зодиака, если находишь что-то сходное с своим характером, то да, какие-то. Ну, так, чтобы вот почитал гороскоп и сказал, что это все соответствует тому, нет. Ну, частично, так скажем. Верите в астрологию? Mm-mm. А почему? Не знаю. Научных обоснований как таковых нет. Это больше как вера, наверное. Лично из моих изучений на эту тему. Ну, понятно, что это со звездами связано и все такое, но я в это не верю. О, наверное, верю. Почему? Ну, потому что уже с опытом жизни, с определенным возрастом, да, оказывается, когда читаешь какие-то признаки или астрологические прогнозы, да, они, если это профессиональные астрологические прогнозы, они очень часто сбываются. 100% сказать, что я фанат астрологии, что верю в то, что они предсказывают, нет. Но некоторые моменты совпадают в жизни. Верите ли вы в астрологию? Да. Mm-hmm. Ну, отчасти да, отчасти нет. Почему? Ну, бывает правдиво что-то пишется, там, бывает, да, сбывается, бывает, там, какую-то фигню напишут и все, ерунду пишут, вот. Как человек, он всегда нуждается верить во что-то лучшее же, правда? Ну, да. И если астрологический прогноз более такой приятный, ну, кажется, вроде верю, да? Угу. А вот если уже что-то чуть-чуть не то, кажется, ну, нет, обойдемся мы без этого и будем жить так дальше. Верите ли вы в астрологию? Ну, чтобы сказать, что мы фанаты, я бы не сказала, но какое-то... Я больше верю в свою интуицию. Больше полагаюсь на интуитивное свое чувство. Кто-то верит, кто-то нет. Лично я, ну, верю, может, все-таки планеты как-то влияют на нашу жизнь, звезды. Все-таки не зря придумали знаки зодиака, там, Марс ходит и Венеру, вот. Поэтому, но лично я верю, что от знаков зодиака, вот, когда звезды, созвездия, то это все-таки как-то влияет на характер человека, на его темперамент, судьбу, может, в каком-то смысле.